Я вас приветствую, дорогие друзья. Давайте подождем, пока подключатся все те, кто сейчас онлайн. Так, народ присоединяется. Никита Салут, Эдуард Салут, Ильян Кашел онлайн. Пойти Вонуру, Аклатат Лумя, Салут Мариана, Децендерей. Так, Улица Длабел, Сальверт, привет всем, привет, привет. Так, что-то я смотрю, что ночью народ так активно подключается. Обычно днем что-то такой активности нет в социальных сетях. Так, Алена Фронзе, салут. Феликс Грин, Конурок. Не досмотрел твое вчерашнее выступление, но посмотрел половину. Говоришь очень уверенно, но некоторые позиции все-таки нужно знать получше. Ничего, бумрасти. Так, Цепович не спит. Обычно дети вместо него онлайн. Так. Норок он гень. Макс Ипович, Мария. Израиль на связи, шалом. Так. Степанюк Виктор. Ветераны молдавской политики на связи. Так, днем люди работают. Салут Эрдин Штутгарт. Hello Germany. Салуди Ла Верона. Наталья Шмургун. Наша пресс-служба не спит. Дети Цеповича на связи. Сорока онлайн. Никто не спит. Санкт-Петербург. Надеемся. Спасибо, ребят. Спасибо за поддержку. Делаем активно перепосты. Нет у нас медийного ресурса, как у правящего режима, но благодаря всем вам, вашим перепостам, благодаря тому, что вы информируете людей. Значит, все в Молдове знают, что реально происходит. Так, ну что, о чем я хотел переговорить. Значит, нахожусь в командировке в Москве. Значит, провожу встречи, готовим, значит, день российского кино в Бельцах, обсуждаем один грант, в принципе, даже не один грант, а некоторые гранты, значит, связанные с русскими школами, церквями и так далее. Значит, буду представлять бельчан, буду представлять Молдову на параде, который пройдет 10-го на Красной площади по приглашению мэра Сергея Семеновича Собянина и правительства Москвы. Значит, поздравляю всех вас, всех москвичей. Значит, день на самом деле будет очень хороший. Вот, значит, так, Юрий Акубов, сосед, смотрю, проснулся. Интересно. Значит, что-то тут пишут, что какие-то проблемы с камерой. Вот, о чем хотел поговорить. Ребят, значит, во-первых, я хотел бы от всего сердца поблагодарить всех тех, которые участвуют в сборе подписей по всей стране. Инициативная группа, которая собирает подписи с севера на юг, с юга на север, включая нашу столицу Кишинев. Я хочу поблагодарить всех вас от всей души
за то, что вы продвигаете нашу идею, за то, что вы встречаете очень тепло нашего кандидата Дмитрия Чубашенко, когда он приезжает в тот или иной населенный пункт. Значит, частично я сам присутствовал на этих встречах. Хочу сказать, что в воскресенье вернусь после парада. Я приеду во все города страны, значит, на встречу, которая будет проводиться в городах. Значит, мы организуем транспорт для людей сел, то есть, например, если мы будем в Дандюшанах, чтобы мы могли также поговорить с жителями сел Дандюшанского района, то приедут, что приехали люди из ближайших сел. То есть я уверен, что это будет все со знаком плюс. Значит, поэтому, ребят, огромное вам спасибо. Вам мулцумезден тот софлитул пентру мунка и нормы карио депонец. Штилка сентез фарти бени организат. Штилка мунческ шичей денофичу централ дела кишнел. Касу пциниму виктории. Дар виктория результату викторию. Виктория Осифия Тунчкан да осе терминам куриджиму луи плохотнюк. Так, потому что происходит в стране, понятно. Плохотнюк забивает кандидатами справа. Значит, для того, чтобы расчистить дорогу Марьяну во второй тур. Значит, Настаса до сих пор убивали. Вчера я говорил то, что думаю о политике, которую проводит Майя Санду в стране. И говорила, что Майя пусть там не сильно питает надежды, пусть там не царапается с лидерами других оппозиционных партий, потому что под нее выпускают Плохотнюк Сильвию Раду. Сегодня смотрю пресс-конференцию, ну, в принципе, понятно. Инициативную группу по сбору подписей можно регистрировать сегодня и завтра, последний день. Значит, поэтому, выведет он Лупа во второй тур. Я уверен, что это закончится все революцией. И люди, когда увидят политика рейтингом 2-3%, они выйдут. С другой стороны, Юра Лянка хвастается, что он почти уже президент в Гагаузии, в Тараклии. Люди Плохотнюка, да и не только его люди, собирают активно подписи за Лянка. У нас, слава богу, никаких проблем нет. У нас уже на данный момент более 20 тысяч подписей. То есть сегодня перевалили за 20 тысяч. Мы это делаем с огромным удовольствием. Встречаемся с людьми. Смысл там план пятилетки показывать. Я думаю, что за сутки двое мы могли бы собрать. Но не вижу в этом большого смысла. Марина Мари пишет, вижу, наша активистка, которая прожила с первого по последнего, до последнего в палаточном городке. Марина Дич, туата лумя каревряса семь плечи, вини лауфичу, да, гуафлацам был, звенец, шедискутас лауфичу димбалс. Дар уркум, аудрептус коллектив за семь натур, дуар группу, где инициативы, карафосный регистрат, лачек. И хочу поблагодарить вас всех тех, кто работает. И также хочу сказать, что, ребят, приходите в офисы нашей партии, ребят, приходите, подписывайтесь за нашего кандидата, пишите заявление о вступлении в партию. Хочу напомнить, что мне сказали, что что-то начали хромать у нас многие касаемо членских взносов. Хочу напомнить, что партия — это не СРЛ, это политическая партия, это организация, которая объединяет всех за идею, и у всех есть членские взносы. Значит, поэтому, ребят, я все понимаю, что все ждут победу дома, но надо как-то активнее участвовать, если вам это надо. Почему не были на рынке Али-Бессарабии? Наверное, еще не успели. Они посетят. Мы там даже обсуждали по телефону вчера, сегодня, что там встреча на рынках, пригород Кишинева, Крикова, Вадлы, Воды. Не, мы везде будем.
карате по секрету один советник коммунист сказал, чтобы голосовать будет за Чебошенко. Единственный достойный кандидат. Ребят, таких людей очень много. Так, пару слов о Платоне. Что говорят в Москве, говорят ли? Ну что, ребята, о Платоне ситуация простая. Я же говорил с самого начала о том, что если Платон заговорит, у Плохотнюка будут проблемы. И то, что я увидел сегодня на Ньюсмейкер, там стенограмму и запись, частично записали выступление Платона в суде, я думаю, что это только цветочки. И сейчас будет та самая ситуация, где если Филата посадили за донос Шора, то сейчас, согласно показаниям Платона, должна арестовать Плохотнюка. Но если у нас на самом деле все так, как они говорят. Но, как вы понимаете, Плохотнюк живет по принципу, что арестовать только он сам себя может. Поэтому такая ситуация. Но проблема будет. Так. Что там с Бельским судом? Почему не будет референдума по Киртоке? Ребят, ну, для того, чтобы увести ситуацию в сторону с Кишиневым, значит, они загнали ее в Бельцы, где Плохотнюку сегодня четко понятно, что нужен Гимпу, потому что без него у Плохотнюка не может быть коалиции. Поэтому Плохотнюк спас Киртуака, только спас он его уже не в курте, где пел Кишинев, а спас его в курте, где пел Белц. Значит, согласно... Ребят, пока не будет народного трибунала, народного суда, ничего с Плохишом в Молдавии не будет, это должны все понимать. Значит, хотел бы обратиться к бельчанам, которые сейчас меня видят онлайн. Ребят, последние дни там я вижу, проходят уже, происходят некоторые вещи, которые меня шокируют. Я понимаю, что эти террористы, которые получили бандитским путем в концессию на 49 лет услуги по уборке города, но то, что стоит машина с трупами животных, и когда сегодня одному из муниципальных предприятий принадлежит шлагбаум, это въезд на, при въезде на свалку, когда по документам фактически сегодня они, ну, просто интерпретируют их по-своему, когда не платят примариям ни копейки денег на территории, которых расположена эта свалка. Ну, просто народ страх потерял. Я хочу поблагодарить Сергея Владимировича Пчелу за те попытки, которые есть с его стороны для того, чтобы заставить этих негодяев все-таки услышать город. Но они этого не хотят. Я думаю, что я приеду, мы пригласим всех бельчан и вместе с ними, с этими террористами, которые шантажируют и пытаются сегодня довести Бельцы до экологической катастрофы для того, чтобы взорвать ситуацию, показать им, что в Бельцах там все плохо и так далее. Ну, я думаю, что это плохо затея для них закончится, так же, как и для Плохотнюка, который их крышует. Значит, крыша просто Плохотнюка в один день будет протекать. Как потечет крыша у Плохотнюка, у всех этих рейдеров, мусорщиков и так далее, ну, поверьте, будут очень серьезные проблемы. И они не исключены, в принципе, и сегодня. Под крышей Плохотнюка все подонки поместиться не могут. Что скажете про Додона? Ничего не буду говорить. Шавки от ПКРМ начали кампанию осквернения имиджа нашей партии. Да, я видел там высказывания Воронина, плюс некоторых их там блогеров и так далее, которые пытаются там что-то сказать, что вот Усатый говорил, что выборы незаконны, а сейчас в них участвуют. Ребят, я говорил, говорю и буду говорить, что данные выборы президента незаконные. Плохотнюк вместе с его демпартией изнасиловали Конституцию Республики Молдова. Но когда пошло давление с районов из-за того, что вот уже 3-4 месяца Додон ездит по районам, по городам, по селам, Андрей Настас, другие, говорит, Ренат, сотни тысяч людей, мы вас поддержим, вы не выдвигаете кандидата. И
скажем так, у меня сегодня вынужденное участие, чтобы было всем понятно. Позиция, потому что... Так, Макану показали по публике. Почему так? Ну, видно... Видно, что-то с плохим шоу у них произошло там. Хорошее, думаю, у них какой-то служебный роман. Просто так Макану бы на публику не попал. Так. Неправильно реагирует на провокацию Майсон. Да никто не реагирует. Значит, в сетях появилась информация, что пенсионеры не будут ездить в Бельцах бесплатно. Я пока ничего не знаю на эту тему. То, что есть проблемы с троллейбусным управлением, и что согласно договора, который, ну, кредит, который был взят предыдущей властью на покупку новых троллейбусов, и в договоре четко прописано, что там, по-моему, через 2 года, вот как раз сейчас, там тариф должен быть 3 лея и так далее. То есть и то мы держим ситуацию, пока ничего не делаем. Хотя это один из пунктов договора, потому что мы не можем гасить этот кредит. Кредит абсолютно неправильный, как и большинство того, что было сделано в Бельцах до нас. Мукан и креатура Луплохотнюк с Вилянкаш. Спасибо. Ну, треба зворбим здесь при кадавре поле челян. Ну что, ну, то, что не допускают референдум по отставке Киртуаки, это еще один пункт, который четко показывает на то, что что Плохотнюк делает все, что хочет с юстицией на стране. Так, Салутер Дела Рома. Че парирует здесь при лидере Анспус Путин Мади время. Донуса, ты ж кум, тот уж дефакут, как Киртуак со сборе Дим Примария Капитали. Кум аминь бонс, ну стама каса. Керан кишинел, он кари лукуе, сути демиди чата тень. С винтру, с элипяской, ништяриб, динджираш, лукиртуак, сайда, с друма, делай этажу, дуэ три. Дим Примариен, салейс. Уардил свит пигу верш, дида тон дельтаплан, дида друма дякола. Нелса батя жог диораш. Хайки он целек, а вем проблеме шноем бюджету длабас. Да, звенец ведец курацене им был самураж. Венец ведец всей сцене дедрумур, да? У не, а вем фарти мар проблеме ку друмур льдимбалск. Мажоритате на офостре парати диптим по нему не совеч. Да, всей сцене ди курацене. Всей сцене ди тротуаре. Аскан мерш по тротуаре Кишинева, ну, вас по раз да поца с рубка по шамфаца ла патрия, шамфаца ла парламент, шамфаца ла джемини шуневрей. Анцелесь? Для это Лукиртуак требует звить с Кишинева. Ени, так требует вас оценим, что для норд. Вним от Рудзела Кишинева, лепим нечто ариб диндер, шедем друму со сборе, анцелесь, сын космос. Я, кажется, это ситуация. Так. Так, дата трекута нового плакутки рама на Айшет Антрудзе Фара Панталоне, а мы дем в отклак, а ревану ли плащ с ветером. А что с ветер Каламолдова? Как у Вормолы в Неска? Так. Ответьте про суды. Как бы собираясь очищать эту Шарашкину контору, когда будет справедливость? Ребят, президентский выбор – это последний бой. Выйдет Лупу во второй тур через схему Плохиша? Ребят, ну давайте выйдем всей страной. Вы такие интересные. Вот усатый не выходит на протест и так далее. Всей страной надо выходить. Вы сидите, ждете, что выйдут 10 тысяч человек и решат проблему всей страны. А когда люди начнут выходить у себя на местах? Я думаю об акции одной, такой интересной.
Может быть, в один день, в день X, все выйдем у себя в городах. И пусть это будет первая акция. Так. Так, нормал, фитер, тет, нормал, бада, прости. Остая ситуация. Мы дискутим. Ладно, ребят, давайте. Давайте объединяться. Я считаю, что если их надо закрепить в один день, это должно произойти 3-4 утра в один момент по всей стране. Но для этого нужен канал наподобие Телеграм. Согласен. Значит, ну что, ребят, давайте тогда. Еще раз спасибо вам за все то, что вы делаете. Спасибо нашей инициативной группе, которая собирает подписи. Спасибо всем нашим районным организациям, нашим секретарям, активистам, сторонникам. Ребят, огромное спасибо, потому что без вас это бы ничего, без вас этого бы ничего не было. А я бы давно это, поверь, все бросил. Потому что пока это нужно людям, я согласен идти вперед. Если это не нужно будет людям, то, поверьте, мне одному конкретно какие-либо изменения точно не нужны. Я буду бороться до конца. Я вас всех люблю. Желаю вам только положительных эмоций. Будьте счастливы, здоровы, любите ваших близких. Всегда делайте так, как подсказывает вам ваше сердце. А всем остальным мы порвем парус. Все, пока, люблю, целую.